Всем приветик. И как я не взяла селфи-палку. Веду с руки. Мы гуляем. Люди присоединяются. Сейчас еще ждем людей, чтобы меня слушали. Так, привет всем, кто присоединяется. 14 человек нас смотрит. Напишите, из какого вы города, и поставьте плюсики, если меня слышно. И если изображение хорошее, поставьте смайлик, палец вверх, или улыбочку. Если изображение мутное, потому что мобильный интернет у нас, то напишите, что мутно. Вот, жду от вас обратной связи. 20 человек нас смотрит. Кто присоединился и меня не слышал, поставьте плюсики, если меня слышно хорошо. Напишите, из какого вы города. Я вещаю из Ростовской области, Азовский район. Зовут меня Ирина Маркелова Агапова. И в интернете я зарабатываю с 2013 года. Вот, вижу смайлик. Ага, еще. Вижу смайлики. Здрасте, здрасте, Евгений Кузьмин, Николай Александр. Смайлики, значит, меня слышно хорошо. Ага, пошли плюсики, и видно хорошо, 28 человек нас смотрит. Я стала миллионером за 11 месяцев. Очень многие люди не верят, говорят, что я лапшу на уши вешаю. Ну, конечно же, я знала, что такие найдутся, поэтому я специально в 2013 году создала YouTube-канал, где выкладывала, до сих пор выкладываю все свои доходы, все свои покупки квартир. Я купила 3 квартиры за эти 3 года. И сейчас мы с моим мужем и детьми живем в 3-комнатной квартире, куда еще 1 000 000 рублей вложим и в ремонт. Ну так, по теме. Зарабатываю я в 2 проектах. Первый мой проект, презентация в закрепленной записи, это проект «Всем миром». Там у меня идет уже пассивный доход, получаю я каждый день и выкладываю скрины в комментариях под этой закрепленной записью. И второй проект, в котором я 1.5 месяца, холдинг GMMG. В нем я 2 месяц заработала то ли 720, в общем, смотрела я вчера. Можете посмотреть тоже под закрепленной записью. Если вы не умеете приглашать, есть там несколько источников дохода. Это матрицы, 3-местная матрица, например, $10 вход, самая минимальная. Получаете 100% себе прибыль с 2 человек, 2 человек тоже 100% прибыль на ваш кошелек. И 3-й уходит реинвестом вашему вышестоящему спонсору. Это, туда нужно приглашать. Да, вот Николай пишет, GMMG вообще огонь. Да, туда идет очень много людей. И поэтому меня трудно затащить в какие-то проекты. Ольга пишет, ничего не видно и не слышно. Не знаю, вот 34 человека нас смотрят и отвечают мне. Значит, меня видно, слышно. Ну, выйдите и перезайдите. Ой, сколько сообщений, изображение пропало. Ну, может быть, интернет такой. Одень очки. Если я одену очки, я не буду видеть, потому что у меня зрение еще не очень хорошее. Так, все видно, ну ладно. Есть, если вы не умеете приглашать, либо не хотите, в этом холдинге есть инвестиционные пакеты. Кстати, сегодня пятница, и по пятницам там выплачиваются инвестиционные денежки. Самый минимальный пакет – это $50. 4% в неделю платится. Если вы приглашаете людей, то вам тоже партнерские плюс инвестиционные раз в неделю. 18% в месяц – это если на самый минимальный пакет вы заходите. Нет, Евгений, не МММ. Все рассказать не смогу в этой трансляции. Я сегодня делала пост под закрепленной записью. Листайте, листайте, увидите. На GMMG ссылка briskinder.ru. И есть различные пакеты. Залимхан, привет. Различные пакеты. Можно сразу зайти на $250. Там проценты еще выше. Вот смотрите, вы в Сбербанке, например, за год у вас 7%
Это самое больше, 7% в год вы платите, то есть вам платят. А здесь идет 18% в месяц, то есть в год это более 200% получается инвестиции. Так, читаю. Ольга Гаврилова. Также вот и встретились, вернись домой, пришла, тебя нет. Народ, это лохотрон. Батир, я сегодня показывала вывод денег, вчера показывала вывод денег. Зайдите на мой канал, посмотрите мой плейлист, где написано «Быстрые деньги». Я там показываю свой кошелек Advanced Cash, вывод денег. Так, нет, не думаю, что было бы обесчещено. Все выполнено, да, все правильно. Я туда не вернусь, она гонит. Сколько сообщений, обалдеть. Борис, передай привет. Нас смотрит 35 человек. Вот мой информационный спонсор в проекте «Всем миром». А вот этот вот маленький человек подрастет, мы его обязательно научим финансовой грамотности. И не обязательно заканчивать университет и иметь высшее образование. 10% – это уже лохотрон. Батя, я считаю так. Если у вас есть возможность зарабатывать деньги, рубить бабло, значит, надо их рубить. Да, Сбербанк тоже лохотрон. Сбербанк – это пирамида чистой воды. Пенсионный фонд – это тоже пирамида чистой воды. То есть люди в Сбербанке берут вклады и выдают потом проценты по 25% годовых. Не это ли пирамида? Задавайте свои вопросы. Если кто захотел присоединиться в GMMG, куда народ просто валит толпами, тем более вход доступный, $10, самый минимальный пакет, матрица, $10. Можно на эфириум зайти, можно зайти на матрицы, ну, где надо приглашать, а где не надо приглашать, можете зайти на инвестпакет. И еще от нас два подарка. Кто заходит на первые три площадки, на первую это $10, на вторую это $20, на третью это $40. От нас получает минимальный пакет инструментов. Кто заходит на четыре площадки, четвертая площадка $80, тот получает максимальный пакет. Туда входит несколько роботов. Какие, не скажу. И все у вас идет на автомате. Все эти банки берут маленький процент за границей, в России в три раза прибавляет. Мы в России живем. В общем, друзья, ссылочка Брискин, которая ведет под меня на холдинг GMMG, найдете под закрепленной записью. Листайте, листайте, вы увидите. Ну, может, там третий или четвертый пост под закрепленной записью. Так что я заканчиваю. Всем большой привет и увидимся в нашей лидерской команде. Всем пока-пока.